Всем привет! О старых стеблет. Пошла, короче, в магазин за ватрушками. Мне должны там этот оставить ватрушки. И соседка сидит, Соня моя, красавица расписная. И говорит, ты в магазин? Я говорю, магазин. Купи, говорит, мне банан и кефир. А, если и хлеб в буханку. Если тебе не тяжело, кефир. Дает мне 2 сотни. Я говорю, зачем ты мне даешь 2 сотни? Дай мне 3 сотни. Вот, задание. Не, короче, задание, да. Иду, как бы не забыть. Я говорю, тебе один банан купить, что ли? Зачем, говорит, не один банан? Мне, говорит, надо несколько бананов. Я говорю, блядь. Я говорю, сколько несколько бананов? Вот несколько надо. Ну ладно. 5 штук. Приходила мама, дала ей сушилку, взяла на такси, поехала домой. Не распечатала, ничего не знаю. Она там сама пускай распечатывает. Наелась я, девочка, картошки. Пару ложек салата. Сделала, во, вообще вот это рубла. И щавель, девочки, вообще финиш. Отвал башки. Вот такое партийное задание от соседки. Иду. Куда идем мы с Пятачковым? Большой-большой секрет. Вот думаю, полы. Ой, не полы, нет, как его? Ну, этот. Ну, этот. Трава-то есть. А дуванчик можно покрошить, да? Листья дуванчик. А я не думала, что так вкусно будет щавелем-то. Вообще вкуснотеево. Батрушку съела. Жизнь удалась. Да. Мама говорит, не ходи купаться. Не ходи, дочечка, купаться, родная. Вдруг простудишься, заболеешь, что я, говорит, я без себя делать буду. Я говорю, ладно, мамусик, не пойду. Сейчас, девочки, знаете, что мне определение поставили? Купила я бананы, кефир. Что еще там? 250 с чем-то. 55 рублей, что ли? Эти Соня. Как раз тут 30 рублей, да. 45 рублей сдача. Кефир. И хлеб я бородинский взяла. Вот. Я искала сорские дембели. И, короче, мне определение девочки поставили. Самая богатая женщина, говорит, в нашем городе. Я. Очуметь. Самая красивая, говорит, самая богатая. Девочки, я как стояла, так и стояла, конечно. Там не на что было присесть. Ой, я в шоке. Как дальше жить? Как с этим бороться? В каком месте? Вся эта красота и богатство. Короче, я пошла. Мне надо идти в квартиру. Там оставила ключи где-то в почтовом ящике. В подъезд я не попаду. Надо проверить. Ключи забрать. Как-то попасть в подъезд. Сегодня потом отнесу продукты питания. Картошка получилась сушенкой очень-очень вкусная. Салат просто офигенный. Надо латочки пожарить с кабачками завтра, наверное. Нет, завтра не получится, послезавтра. За этими гостями из города Мариинский, в городе Мариинский Посад. Глаз и глаз, товарищи. Да. Балкон закрытый вечно, блядь. Они боятся, что их выдует, что ли, или продует. Богатая женщина. Сказали бы, самая бедная, больная, и все. Ой, блядь, беззубая. То бы это было бы правдоподобно. Ой, духота. Подъезд зайти не могу. Ключей-то у меня нету.
подъезд зайти не могу. Короче, как я поняла, с нашего подъезда домофон только раз, два, три, в 5 квартирах, наверное, от силы. 5. Теперь на 4-м этаже дозваниваюсь. Ну, где работает домофон. Везде пустота. Дозваниваюсь. С балкона орёт бабуль какая-то женщина. «Кто там?» Я говорю, «Откройте, пожалуйста, я соседка, говорю, с первого этажа». «И чё теперь?» Нормально, да так? Я говорю, «Я попасть не могу, у меня ключей с собой нету», говорю. Они, говорю, «У меня лежат там в почтовом ящике». «И чё теперь?» Блядь. Я говорю, «Откройте мне подъездную дверь, ёб твою мать, я же не к вам домой иду». Что за народ? Я вообще в шоке. Белый день, время, товарищи. 3 часа дня. Надо, блядь, преклоняться. В позу кланяться. Открыть не могут они. Открыла. Пошла. Я говорю, откройте мне. Попасть не могу. Домой к себе. Что за дела такие? А этот балкон закрыл, хрен моржовый. Нахера его закрывать, балкон? Дышать нечем. Эти раскладушку никак не могут с телевизором забрать вон. Не приехали. Вот так. Что за краска еще на мне? Что за мне за краска такая? Короче, мама завтра пойдет за лисичками. А я сказала, мамусик, корзину принесешь оптом. Корзина там 1000-1500 выходит, девочки. Они прям вот такие маленькие. Она говорит, я не знаю, говорит, на старом месте нет, пойду, говорит, еще на другое старое место. Я говорю, ты придешь с лисичками. Лисички уже пошли. Они вот сейчас самый-самый раз такой. Я говорю, только замораживать я, конечно, не знаю, где буду, но, блядь. Лисички мне нужны. Без лисичек я никуда, ни туда и ни сюда. Вот, я говорю, ты этим пользуешься, как его называется-то? Как называется-то? Лютики. Этим самым. В прошлом году я ей покупала. Блендер. Смог сделать? Нет. Ну, нет. Сейчас сезон начнется. А то в прошлом году сезона не было. Я весной купила, сезон был, она его не заводила. А я тоже что-то прислала его заводить. Вот так. А ты. Блять, как девочки, нехорошо. Чувствую себя я. О, тряпочка вот эта висит красиво, да? А. Прикрывает, да? Так есть? А так нет. А так? А так есть. Ну, не дур ли? Кто-то скажет, в таком-то возрасте так себя ведет. А как я себя веду? Я себя веду очень даже прекрасно для своего возраста. Вот я посмотрела Елену Павловну. Да... Танцует она вообще в отпаде, что там все валяются. Павловну именно эту, знаете, дочку мамы-отличницы, сын-отличника. Вот ее поведение, да. Желает быть лучшего. А я сейчас. А я нормально. У каждой игрушки свои погремушки. Так что вот так. Ой! Пойду я, девчонки. Что-то тут швабра делает, я не знаю. Тут мыли, что-то. Что они тут делали? Вообще не знаю. О, дверь не открывается, блядь. Я уже в ванну не попаду.
А это что это такое? Какие-то пузырьки оставили. Это шампунь чья-то, надо ее выкинуть будет. Тут оставил, не знаю кто. Женщина, наверное, которая с этого приезжала. Оставила. Не знаю. Шампунь. Урюнь. А эти ребята мочалки свои оставили. Вот квартиранты, блядь. Что-нибудь доставят. А мне все это надо. Самые богатые девушки среднего возраста из города Марийский Посад, Республика Чувашия. Все нормально. Слава Богу. Слава Богу. Люди нормальные приходят. Все хорошо. Все в порядке. Газ. Газ прикручен. А вот окошко надо бы закрыть. Вот это окно-то. Муха залетела. Пойду я, девочки. Мальчики, я пойду. А это что за пакет? С мусором оставили пакет, девочки. С мусором. Что там? Кефир, закуска, вино, две бутылки вина. Ну, короче, ладно, пускай стоит. Выкинем потом. Хозяин придет, хозяин, муж законный мой, и выкинет. Почему я должна выкидывать? Тут есть хозяин. Хозяин квартиры, хозяин моей жизни. Почему я должна выкидывать? Он и выкинет. А я так прихвостень. Безработная скотина. Проверяю еще ОТК. А знаете, как я стала? Не только знаменитой, но и богатой. А в чем весь секрет-то? Знаете, друзья мои и не другие, я с вами поделюсь. А весь секрет богатой и знаменитой, красивой девушки среднего возраста в картине. Да. В этой с красными парусами. Пофиншуем. Да. Вот если вы приобретете такую картину, вы тоже будете все богаты, знамениты и красивы безумно. Может, беззубые. Как Багирочка. Вот так. Бабочки. Бабочки, девочки. Почему они над грязью летают, я не знаю. Ой. Завтра, как подумаю, опять ехать в Чебоксар. Прям вообще. Ой, такой у меня грязный телефон. Почему у меня всегда экран телефона грязный? Я не знаю. Вроде бы чище всегда. А когда я в ремонт его везу, не знаю. Ну, короче, сделала я выводы. Руклу и щавель очень хорошо порезать, а не кусками, девочки, ложить в салат. И очень-очень вкусно получается. Да. Вот так. Еще какую-то траву можно добавить. Лопух, например. А что? Листочек. Да, горчинку будет иметь. Прекрасно. Полынь. Чуть-чуть. Потом этот успокоительную-то эту тоже можно. А что? Витамины. Микроэлементы всякие. Вот эта квартира вообще первой стояла с забитыми окнами. О, смотри-ка, окна поставили пластиковые внутри. Вон, хороший сделали. Ну, желтые обои, цвет я не люблю. Да, потом мачо-мачеху можно подорожник положить в салат. Да, по чуть-чуть, просто по чуть-чуть. Оливковым маслом и даже очень-очень, даже супер. Да, к мясу кусочку. Ну, не с моими сейчас зубиками. Ну, например, паровой котлетки можно какой-нибудь из индейки рубленой. Вот вам ЭПП. Я вам сейчас почитаю, короче, меню, девочки. Этого блюдов вам интересно?
берите блокнот, ручку, садитесь, будете записывать. Угу. Все, зайдем в домик, и все я вам дам. Рецепты полезных блюд. Лена, ты спрашиваешь, почему Николай не утешил меня? Ну, ты же знаешь, почему. Во-первых, он не приучен к этому, это раз. А во-вторых, он просто говно мужик. И все. Я думаю, кто понимает меня, кто знает, тот, наверное, поймет, о чем я говорю, да? Потому что, конечно, нормальный, хороший мужчина должен был так сказать, утешить и сказать, а если он говно мужик, да, и невоспитанный, значит, он такой. Вот с таким говном я живу. И все. Я думаю, что я ответила на твой вопрос. Так что я не парюсь по этому поводу. Я просто знаю, что не ровен тот час, да, что он останется тоже без зубов. Вот, вот с ним произошла, да, ситуация, когда у него сломался аппарат. Я переживала очень сильно, да. Кто-то звонит ко мне. Переживала очень сильно. Вот тут хорошо, что не отключается, если я записываю видео. Вот. А он, у него нет чувства сопереживательности. Вообще, со слова совсем, их и не было никогда, чувств таких. Он не понимает, что такое сопереживать, переживать. Он не понимает. У него умер отец, у него не было чувств переживания. Умерла мать, у него не было чувств. Он не знает, что это такое. У него нету. Я не знаю, как вот у этого человека нету этих чувств. Нету. Вот и все. Вот собаку, он с ней ласкается, сюсюнькается. Да? А вот завтра продай или отдай собаку. У него ничего, ни одна жилка не вздрогнет вообще внутри и не снаружи. Но это человек такой. Он как железобетонная стена. Вот так. Если из его близких, родных что-то произойдет, или из моих, да, у него ничего не вздрогнет вообще. Никогда. Он эгоист, он любит только себя, он только для себя хочет. Он такой человек. Говно. Что делать? Ладно, не парьтесь, это все хуйня. Так, меню на 1600 калорий. Понедельник, записывайте. Ручку взяли, блокноты взяли, да? Понедельник, завтрак. Каша овсяная с обезжиренным молоком и с черносливом, 250 грамм. Сыр адыгейский, 30 грамм. Кофе с молоком, 200 грамм. Второй завтрак. Яблоко запеченное с обезжиренным творогом. С изюмом, 200 грамм. Обед. Щи свежие, 250 миллилитров. Хлеб ржаной, 30 грамм. Рыба белая, нежирная, 70 грамм. Запеченная с томатом, с оливками. Картофель отварной, 200 грамм. Компот из сухофруктов, 200 грамм. Я столько в жизни не съем, блядь. Сколько написано, а сколько не съем. Ладно. Это пиздец. Так, полдник на ночь. Йогурт натуральный 125 грамм, сухарь сливочный 15 грамм, салат греческий, овощи 100 грамм, сыр брынза 30 грамм с растительным маслом. А, нет, йогурт, полдник йогурт и сухарь, ужин. Салат греческий, овощи 100 грамм, сыр брынза 30 грамм с растительным маслом. Куриная грудка без кожи, отварная 60 грамм. Ну, это ладно, это куда пошло, это еще нормально. Обед надо ли есть мне картошку отварную с рыбой или щи, блядь, с ржаным хлебом и компот из сухофруктов 200 грамм. Вторник. Омлет с двух яиц, 150 грамм
Огурец свежий 100 грамм. Это завтрак. Хлеб зерновой 50 грамм, чай с лимоном. Второй завтрак – банан. Почему? Вот смотрите, вот она диетолог, да? И она же, она диетолог, и она же эндокринолог. Она ведет, как вот, она мой врач, лечащий врач. Она меня ставила на учет по диабету. Почему такое меню? Вопрос. Я не прочитала сразу, я не задавала этот вопрос ей, да? Но я, конечно, в следующий раз, когда я попаду к ней на прием, вот через полгода, я обязательно задам ей этот вопрос. Второй завтрак – банан. Солянка рыбья. Банан 150 грамм, солянка рыбья 250 миллилитров. Хлеб рижский 50 грамм. Сколько хлеба, блядь, в день идет? Везде один хлеб. Обед. Овощной салат с креветками, с пармезаном, овощи 100 грамм, креветки 50 грамм, пармезан 100 грамм, заправлен растительным маслом. Говядина, приготовленная на гриле 100 грамм. На гриле 100 грамм говядины. Отвар шиповник 200 миллиграмм. Полдник ряженка 200 миллиграмм. И отруби пшеничные в хлопьях 70 грамм. Ужин. Творог обезжиренный 150 грамм. Со свежей клубникой 200 грамм. Сушки 30 грамм. Чай 200 грамм миллилитров. Диетолог. Творог на ужин. Кто есть творог на ужин? Даже обезжиренный творог. Его едят вообще до 4 часов вечера. Среда. Каша гречневая 150 грамм, сыр 17% жирности 30 грамм. Это завтрак. Свекла отварная с растительным маслом 100 грамм. Баранка 30 грамм, чай с лимоном 200 грамм. Обожраться можно, блядь. Второй завтрак. Фруктовый салат 200 грамм с натуральным йогуртом 125 грамм. Обед. Бульон куриный 250 грамм, куриная грудка 100 грамм, тушеная с луком, с морковью. Рис отварной 150 грамм. Брокколи 150 грамм, запеченный в духовке с нежирной сметаной 25 грамм, сок томатный 200 грамм. Ну, это вообще, это, вот, например, вот такой обед я не съем столько. Я просто серьезно не съем. Я не ем столько вообще. Для меня это дикость. Полдник. Хлопья кукурузные 50 грамм. Еще полдник, блядь. И так часто. Я не могу столько есть. Да еще так часто. Это помногу. Это, для меня это пиздец. Хлопья кукурузные 50 грамм. Обезжиренные с молоком 200 грамм. Ужин. Капуста белокочанная. С панкреатитом его нельзя. Тушеная с грибами, с картофелем. Сахарный диабет. Хлеб с отрубями 30 грамм, апельсин 100 грамм. Четверг. Завтрак. Каша кукурузная с обезжиренным молоком 250 грамм. Тертая морковь с яблоком 200 грамм. Заправленная нежирной сметаной 25 грамм. Кофе с молоком. Второй же завтрак. Желе фруктовое. Кофе с молоком 200 грамм. Второй завтрак. Желе фруктовое 150 грамм. Яблоко печеное 80 грамм. Угу. Обед. Хлеб с отрубями 30 грамм. Овощной суп 250 грамм. Форель речная. Форель речная, девочки. Не морская форель, речная. 100 грамм приготовлена на пару. Кускус с тушеными овощами. Болгарский перец, грибы. Цукини, лук репчатый. 200 грамм. Компот из свежих ягод 200 миллилитров. Полдник. Кефир 200 грамм. Малина свежая 70 грамм. Это полдник. Ужин. Макароны 150 грамм. С сыром 20 грамм. Сахарный диабет. Вот он диетолог. Так, ужин. Овощи. Салат, помидоры, огурцы, зелень. Нежирная сметана 200 грамм. Помидоры, панкреатит. Пятница. Мюсли с фруктами. Мюсли вообще это одна химия, их есть нельзя. Но я любила раньше мюсли с фруктами, с орехами. Да, 50 грамм.
с обезжиренным молоком 200 мл. Но обезжиренное молоко я не пью. Лучше водой залить тогда. Тыква 100... это пятница завтрак. Тыква 150 грамм, запеченная в духовке с нежирной сметаной 25 грамм. Чай зеленый. Грейпфрукт 150 грамм. А, второй завтрак. Грейпфрукт. Персик 150. Свек... Так, все, обед. Свекольник холодный. Я есть в жизни не буду свекольник холодный. Я даже его никогда не ела и не пробовала. И у меня только от одного уже название тошнит. Свекольник холодный 250 грамм. Хлеб ржаной 30 грамм. Гречка отварная 150 грамм. Гуляш из говядины 100 грамм. Ну, вот что я на обед могу выбрать? Я могу выбрать гречку отварную и гуляш из говядины. Тушеные овощи, баклажаны, кабачки, болгарский перец и помидор, лук репчатый. Ну, я могу одну ложку, да, к этому всему добавить, тоже съесть. Чай фруктовый, нормально. Полдник. Йогурт питьевой 250 грамм. Йогурт питьевой, там один галимый сахар, естественно, вы все это знаете. Творожная запеканка. Йогурт питьевой, это полдник, ужин. Творожная запеканка, обезжиренный творог, творога с грушей 200 грамм. Кисель фруктовый, ягодный. Там тоже в киселях везде, блядь, сахар. Запеканку можно сделать без сахара, да, запечь. Суббота. Завтрак. Каша рисовая, обезжиренная с молоком, с изюмом 200 грамм. Сыр домашний, нежирный, это 60 грамм. Яблоко 100 грамм, чай красный. Второй завтрак. Дыни 200 грамм, мюсли в батончике. В батончике. Мюсли в батончике. Это одна химия. Один сахар. Мюсли в батончике. 25 грамм. Расписано же, блядь. Для кого это расписано? Рассольник вегетарианский. 250 грамм. Хлеб. Это второй завтрак. А, подождите. Второй завтрак. Дыня. Дыня и мюсли. Обед. Это уже у нас суббота, да? Рассольник вегетарианский. 250 грамм. Хлеб зерновой. 50 грамм. Красная фасоль. Тушеная с грибами, с помидорами, 200 грамм. Индейка, 60 грамм, запеченная болгарским перцем в рукаве. Простокваша, полник простокваши, 200 грамм. Киви, 100 грамм. Ужин. Макароны, 100 грамм. Морепродуктами, 80 грамм. В овощном соусе. Капуста квашеная, 200 грамм. Я столько не съем. Ну, вот на ужин, например, да, я бы выбрала, например, ну, или одно макароны, да, с морепродуктами. Или капусту квашеную, блядь. Одну из двух. Вот тоже, да, вот по 100 грамм, там по 150 грамм, все. Мой выбор был бы. Воскресенье, завтрак уже. Творог обезжиренный с болгарским... Обезжиренный с болгарским перцем и зеленью. Такой я не ем. 100 грамм. Блины 100 грамм, нежирные сметаны 25 грамм и свежими ягодами 120 грамм, кофе с молоком. Второй завтрак, слива 100 грамм, я их не люблю. Кефир обезжиренный, я не люблю его. Обед, борщ вегетарианский, я вообще не понимаю этого борща вегетарианский. Хлеб рижский 30 грамм, котлеты из мяса говядины правые, ну это еще можно, да. Рис приготовленный на пару, тоже можно, котлеты с рисом могу поесть. Обед это салат овощной, листья салата, помидоры, черри, болгарский перец, морковь, тертый, лимонный сок, компот из сухофруктов. Полдник 100 грамм мандаринов и йогурт обезжиренный 125 грамм. Ужин кальмары, тушеные с морковью, луком и стеблем сельдерея. Не ела, не знаю. Винегрет с растительным маслом. Тут я выбираю винегрет с растительным маслом 300 грамм, без кальмар. Вот. Записали? Ой. Вам понравилось? Мне нет. Напишите, что вы скажете по этому меню. Вот вам, пожалуйста, меню от самой богатой женщины из города Мариинский Посад, Республика Чувашия. Всем приятного аппетита. Желаю, конечно же, крепкого здоровья, пиздатого настроения и долголетия. Всем пока.